Новогорск – тихий поселок неподалеку от Москвы, рядом с Химками. Загородные коттеджи, пруд, пансионат, детские площадки. Именно здесь произошло одно из многих резонансных ДТП, в котором пострадал 2-летний Саша Архипенко. Сейчас, спустя 2 месяца после происшествия, Саша наблюдается у врачей, но главная проблема, по словам родителей, заикание, не уходит. То ДТП произошло неожиданно. Мама не успела заметить, как мяч сына выкатился на дорогу. Ребенок последовал за ним и упал от столкновения с автомобилем. Это была машина, в которой находились топ-менеджер «Газпромбанка» Александр Шмидт и его водитель. Произошел вот удар. Удар машины, которая двигалась с той стороны. На переднем сиденье справа сидел господин, как сейчас я уже знаю, это был Шмидт Александр Оттович. Он опустил стекло. Он был как с правой стороны, посмотрел, жена стала говорить, что же вы натворили, как же, что же вы наделали. А он сказал дословно, что ты с ней вообще разговариваешь, брось ее, поехали. Москвичка Светлана Рыбенкова сообщила о происшествии в своем блоге, о том, что медики травмпункта зафиксировали травмы органов брюшной полости и о том, что в деле фигурирует служебная машина топ-менеджера «Газпромбанка», которая быстро покинула место ДТП. Этот пост в журнале на 150 читателей буквально взорвал благосферу. Я просто поступила как, вот, ну, как Света Рыбенкова, да, которая вот жила-жила, и вдруг ей говорят, вот ты знаешь, вот ее друзья ей говорят, вот у нас такое несчастье. Помоги, пожалуйста, да, вот, и я помогла, как смогла. В ответной тактике топ-менеджера банка было много удивительного. Александр Шмидт внезапно стал блогером и при поддержке юридического департамента объявил настоящую информационную войну. Он начал публиковать копии исков и заявлений о возбуждении дел в отношении Светланы Рыбенковой, а также СМИ и блогеров, сообщивших о ДТП. Рассказ о сбитом ребенке топ-менеджер требовал признать несоответствующим действительности и порочащим деловую репутацию всего «Газпромбанка». Тем временем было вынесено решение мирового суда, признавшего виновным водителя Шмидта и лишившего его прав на 1 год. После этого «Газпромбанк» публично сообщил о том, что отзывает все исковые заявления и сожалеет о случившемся. Блог Шмидта исчез. Обычно в России на развитие дел о ДТП с участием вип-персон влияет множество факторов. Ключевые – статус, привилегии, близость к власти. В год число таких аварий может доходить до 60 и более, но отдельной официальной статистики по таким делам не ведется. Не совсем понятен термин «неприкасаемый», поскольку у нас в любом случае за рулем находится водитель, который либо соблюдает правила дорожного движения, либо нарушает. Адвокат Валерий Ястребов более 10 лет специализируется на делах о ДТП и транспортной экспертизе. Он признается, что обычно так называемые особые персоны могут довольно легко уходить от ответственности, используя дыры в законе. Вот одни делают какую-то техническую неисправность на транспортном средстве, другие подставляют свидетелей, которые реально не присутствовали на месте ДТП, готовят их, дают показания. То есть третьи идут по пути затягивания сроков. В практике адвоката Ястребова был подобный случай. Несколько лет назад он защищал интересы Александра Домогарова. 23-летний сын актера погиб под колесами автомобиля некого Алексея Сая. Это случилось на пешеходной зоне, где тогда пострадали несколько человек. Дело о ДТП на Дубининской было закрыто, не дойдя до суда. Алексей Сай оказался бывшим офицером СВР. С актера и его адвоката взяли подписку о неразглашении обстоятельств дела. В правилах все написано о безопасности участников дорожного движения, но в реальности и на оживленной трассе, и на пешеходной зоне любой может оказаться пострадавшим. А если это ДТП с участием спецтранспорта или VIP-персон, то, как правило, дело принимает особый оборот, когда камеры вдруг перестают видеть, а следы и улики начинают исчезать. Приоритет автомобилей со спецсигналами закреплен в России де юре. Это следует из тех же правил дорожного движения. После поправок 2010 года там четко сказано, что пешеход обязан самоустраниться даже на переходе, уступая дорогу машинам с мигалками. Цитата. «При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить проезжую часть». Конец цитаты. Центр Москвы, Кутузовский проспект, вторая половина дня. Можно наблюдать, как сами по себе или за спецтранспортом по разделительной полосе уверенно движутся иномарки представительского класса и автомобили попроще. Случись сейчас авария, наша запись могла бы оказать решающее значение в спорном ДТП. А как же система видеонаблюдения на трассах? Дело в том, что эти камеры предназначены для абсолютно другого, то есть для организации дорожного движения. И используются в основном в этих целях. И тем более их не так много.
Два года назад на Ленинском проспекте «Мерседес» вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова столкнулся с «Ситроеном» Ольги Александриной и Верой Сидельниковой. Обе женщины погибли. Дело пытались технично закрыть, объявив Ольгу виновницей ДТП. Не нашлось ни одной четкой записи происшествия на спецтрассе, которая просматривается камерами сразу нескольких ведомств, среди которых ФСО, ФСБ и ГИБДД. Ответственные люди, это те, кто дал приказ или дал такое, так сказать, распоряжение отработать Ситроен на встречке. Ты можете себе представить, чтобы через полчаса после ДТП на месте простого какого-то рядового ДТП оказались чуть ли не 5 полковников милицейских? Их сорвали с кровати, они не допили чай или кофе, что они там по утрам пьют. Срочно выехали на место и стояли там и решали эти вопросы. Установить, сколько точно было тогда на Ленинском высокопоставленных сотрудников МВД, вряд ли возможно. Проезжающие мимо очевидцы заметили нескольких. В самом деле о ДТП имеются, по словам Сергея Александрина, фамилии как минимум двух человек в чине полковников. Юрий Антипов, инженер одной из компаний мобильной связи. Свободное от первой работы время, Юрий профессионально занимается транспортной экспертизой. После ДТП на Ленинском он сам вышел на родственников и бесплатно провел свое исследование. Козырным тузом в данном случае были бы, естественно, камеры наружного наблюдения. Так вот, я сейчас нашел козырный туз. Он напрочь отметает версию официального следствия МВД полностью. Он подтверждает, что на месте ДТП была фальсификация. Негласное разделение на особых и обычных участников дорожного движения, как правило, происходит сразу после аварии. Так было в случае Алены Ярош. Больше года назад на Рублево-Успенском шоссе БМВ полпреда президента в Госдуме Гарри Минха столкнулся с ее «Опелем». Дело о ДТП закрыто. Брат Алены Антон уверен, что если бы не свидетели и отец, который ехал рядом в другой машине, дело могло бы принять совершенно иной оборот. Девушка выехала на встречную полосу движения по официальной версии. Хотя, конечно же, на тот момент это казалось просто непонятной вообще политикой и, конечно же, вопиющая ложь. Свидетели обратили внимание на то, что зачем полицейские не фотографируют, ничего не измеряя, они просто убирают все обломки с места ДТП. Антон рассказывает, что ДТП круто изменило жизнь Алены. Сложные переломы оперировали 7 часов. Впереди повторная операция и месяцы реабилитации. Затраты на лечение и прочие расходы свыше 5 миллионов рублей. Подан гражданский иск к транспортному подразделению управделами президента. Какое-то просто нежелание разбираться с делом, то есть попытка замять его со всех сторон, то есть чтобы просто больше то ли не лезли не в свое дело. Такое ощущение, что дают нам понять, что радуйтесь тому, что есть уже сейчас. Что вас хотя бы не посадили. Бывшему судье Александру Меликову доводилось лично разбирать аварии с участием вип-персон. Он помнит, насколько трудно привлечь их к ответственности. ФСОшная машина с мигалкой, они с Волоплов столкнулись с Волгой. Очень мне, честно говоря, хотелось сделать им так называемую обоюдку, что оба виноваты. Привлекли, естественно, водители с Волги. Направили в суд в таком виде, этому можно ехать по встречке, а этому нельзя было. Сотрудники полиции не исключают, что выезды на встречную полосу могли бы прекратиться, если бы на всех спецтрассах установили разделительные конструкции и, как пример, привозят МКАД, который до реконструкции называли «дорогой смерти». Но в отсутствии защитных барьеров на многих московских спецтрассах автовладельцы привыкают рассчитывать все больше на свои возможности. В настоящее время в России единственный верный и самый надежный способ защиты – видеорегистраторы, фотосъемка и интернет. По мнению Петра Шкуматова, импульс этой гражданской активности дала именно авария на Ленинском проспекте, после которой все начало меняться. Буквально за 2 года этот страх настолько уменьшился, что это дает вообще шансы, дает надежду на то, что у нас есть шанс построить настоящее нормальное общество, в котором будут действовать законы, а не понятия. Йенс Зигерт работает в России уже 19 лет. Он уверен, что именно контроль общества может повлиять на ситуацию с ВИП-авариями. В Германии, я думаю, так, что, наверное, там есть и чиновники, которым хотелось бы иметь какие-то привилегии. Это нормальный человеческий импульс. Да? Но общество им не дает. Общество тут самое главное.
министры немецкого правительства иногда ездят на работу на велосипеде. Можно и так жить. Немножко это, может быть, это здесь в России не статус, недостаточно статусно. Президент Путин после выборов решился на сокращение количества мигалок. Но проблему VIP-аварий это вряд ли решит. Только с начала года, по нашим данным, в России произошло несколько десятков громких ТТП с участием автомашин, принадлежащих госструктурам, чиновникам и их родственникам, бизнесменам. И спецсигналы были далеко не у всех, зато у каждого особый статус. Статус, который позволяет избегать наказаний и санкций. А это значит, что попавшим в ДТП с участием высокопоставленных персон остается рассчитывать на свою активную позицию и публичность. Именно это, как показывает практика, один из немногих шансов добиться, если не справедливости, то хотя бы знать, что вы попытались отстоять свои права. Я персонаж другого плана, существо высшего порядка. Мне незнакомы проблемы, нерешаемые взяткой. Мне неизвестны люди, чьи жизни важнее моих интересов. Меня не парит, что там обо мне напишет пресса. Если ты встал на пути моего Мерседеса, при любом раскладе ты виновник дорожно-транспортного...